Рейтинги президента Медведева, премьер-министра Путина и партии «Единая Россия» упали до рекордно низкого уровня. Согласно всероссийскому опросу, проведенному фондом «Общественное мнение», популярность Дмитрия Анатольевича с января 2010-го снизилась с 62 до 46%. Доверие к Владимиру Владимировичу опустилось с 69 до 53. В то же время рейтинг правящей партии достиг минимума за последние два года – 44%. В конце 2010-го рейтинг доверия к премьеру Путину оставался стабильным, а число одобряющих деятельность президента Медведева постоянно росло. В конце прошлого года впервые за время наблюдений социологов президент сравнялся в рейтинге одобрения с премьером. По наблюдениям социологов, когда в России случаются какие-то потрясения, громкие теракты или вооруженные конфликты, люди начинают тяготеть к диктату и поддерживают Владимира Путина. Когда ситуация стабильна и нужно решать текущие вопросы, люди больше поддерживают либеральную политику Медведева. Российские эксперты отмечают опасную для власти тенденцию. Ориентируясь исключительно на саму себя, она демонстративно пренебрегает точки зрения среднего класса. Это, по мнению политиков, большая ошибка.